Мыши живут в моей голове, в сером спрятались в веществе. Многие мышей пугаются, почем зря на них ругаются. Я вот мышей люблю, как же их не любить? Мыши бусинками глаз смотрят на нас. И никто не помнит, что в начале начал, чуть позднее начала времен. Главный мышь одну лягушку вдруг повстречал и понял, что он в нее безумно влюблен. Мыши, серый маленький мир, тырят хлеб и сало и сыр. Бегают, пищат, кусаются, трутся, прутся, размножаются. Как же их не любить? Как же их не любить? Мыши втайне от чутких крыш слагают миф. Мол, решался главный философский вопрос, на Олимпе куры не свись. Мыши и лягушки абсолютно всерьез в это время не на живот, а на смерть дрались. Немой планктон полосатых котов поверх войска лягушачьих ниц. Потом, возможно, был не потоп, да только это ли важно? Сражались честно и за любовь, теперь никто не помнит их лиц. А впрочем, лиц у мышей и нет, так что, по сути, не страшно. Мыши живут в моей голове. Они не заслужили любви, а значит, как же их не любить? Как же их не любить? Как же, скажите, их не любить? Этих зверюков.